Как вы думаете, а если Путин завтра уйдет, что будет с Россией? Да то же самое. То же самое будет. Придет другой, точно такой же. Только обещают, но ничего не делают. Владимир Путин сделал Россию сильной? Нет, конечно. Почему? Люди живут плохо, предприятия не работают. Образование платное, для детей ничего нет. Мне не нравится все это. Работы нет, жилья у молодых нет, рожать никто не хочет. Где мы сильные? Мы не верим Путину. Как это не верите? Ну как не верим, потому что у нас самое главное, что нет в стране работы. У нас все закрылось, работы нет. Одна большая проблема. Это на ваших глазах все закрылось? Ну как бы да. А за какое время? За правление Путина сколько тут гуляет? 25 лет? Ну если станет кто-то молодой к власти, то может что-то измениться в лучшую сторону. Чем вас Путин-то не устраивает? А тем, что все развалил. Все развалил. У нас, вот я с Тихорецка, у нас столько больших предприятий, которые теперь стоят как развалины. Ну ведь говорят, если не Путин, то кто же? Нет Путина, нет России. Да, ну это бред, по-моему. Уж хуже точно не будет, мое мнение. А вообще от Путина что-то зависит в нашей стране? Ну, судя по росту цен, как он их тормозит, вряд ли. Ну, а там... Нет. Да чем гордиться? Ничем мы не гордимся. Потому что... Ведь мы же с колен встали. Вы же рады, что мы с колен встали? Что мы чего? С колен встали. Вы знаете, вот мое мнение, что наша страна богатая, большая, но мы нищие. Мы живем хуже всех. Если у Путина забрать всю власть, которая у него есть, поставить его как одинокого рыцаря, политического игрока напротив Навального, кто кого сделает? Путин соберет за собой команду такую, которую собрал Навальный? Нет, я уверен, что магия Путина – это исключительно магия федерального эфира. Неважно, какого человека ты сажаешь на трон, трон действует исключительно стекло, и ты начинаешь человеку приписывать, во-первых, какие-то волшебные свойства, магические свойства, он становится в твоих глазах выше, сильнее, умнее и так далее. То есть, если есть честный выбор между Путиным и Навальным и есть дебаты, я думаю, что у Путина, ну, шансы не очень большие.